приборы. Без них часы не ходят, без них не светит свет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Светофор. Красный, желтый, зеленый. Поехали! Дим Димыч, чего стоим? Видишь зебру? Здесь машина должна пропустить пешехода. Хорошо. Спасибо. Тут зебры нет. Зато есть шлагбаум. Нужно пропустить поезд. Ух ты! Вот это да! Привет, Нолик! Прыгай к нам! Смотри, какой у меня светофор! Это настоящий светофор? Здорово, да? Ага! Какой он красивый! Нолик, ты куда? Стой! Подарил. А ты? Это ты должен был меня пропустить. Ты на красный свет перебегал. Светофор – это фонарь, который подает разноцветные сигналы транспорту и пешеходам, чтобы они не помешали друг другу на дороге. Красный свет – значит стой, никуда не двигайся. Желтый означает внимание, приготовься. А вот начинать движение, например, переходить улицу, можно только когда загорится зеленый сигнал светофора. И все равно, перед этим надо обязательно посмотреть по сторонам. Понял! Дорога переходит на зеленый. Это даже малыши знают. Так там зеленый горел. Нет, красный. Зеленый? Красный! Зеленый, честно! Может, ты вообще дальтоник? Да, может быть. А дальтоник это кто? Тот, кто не различает цвета. Не понимает, где красный, а где зеленый. Это я, да. Ты никогда цвета не путал. Ну-ка, какого цвета вот эта тумбочка? Красного. А самолет? Зеленый. А я какого цвета? Серо-бурмалиновый. В крапинку. Чего? Правда, дальтоник. Бедный. Вот, я не виноват. Ладно, дома разберемся. А со светофором что делать? Починим и светофор, и машинку. Какого цвета машинка? Синего. Хорошо. За работу. А ты посиди. Напутаешь еще что-нибудь. Дорога – опасное место. Тут столько автомобилей и пешеходов, и все торопятся по своим делам. Но будьте осторожны! Даже если водитель заметил пешехода на дороге и нажал на тормоз, до остановки машина проедет еще ого-го сколько метров! Чтобы не было беды, уважайте друг друга! Собрался переходить дорогу? Найди светофор, зебру или знак с пешеходом. Прямо с тротуара посмотри налево и направо. Далеко ли едут машины, мотоциклы и даже велосипеды? Если близко, не спеши. Ну а вежливый водитель сам остановится, если увидит тебя издалека. Чтобы быть заметней, носи на одежде специальные бликующие элементы. И тогда на дорогах будет порядок. Готово! Дим Димыч, проверяй! Включаю! Все правильно? Да, по местам. Thank you.
никакой ты не дальтоник. Ты просто симулянт. Я? Угу. Ой, да. Особенно вот в этом месте. И еще вот тут немножечко. А симулянт это кто? А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Посмотрел мультфильм? Покажи его и своим друзьям. Жми на стрелочку, чтобы поделиться мультиком на своей страничке в соцсетях. А чтобы не пропустить новую серию, нажми на колокольчик. Что? Нет колокольчика? Так надо на канал подписаться, и сразу станешь нашим другом.